Всем привет! Я давно не снимала видео. Вот сегодня я решила снять влог. Сейчас 7 июня, каникулы, ура! Я сижу, смотрю какой-то там фильм. Ой, вам не видно, конечно. Но интересный. Про Новый год там, что такое? Да. Скажи всем привет. Привет, привет. Привет, привет. Мы скоро должны поехать на дачу. Завтра с утра я обязательно сниму это. И сниму почисто все свое лето, как я буду проводить, если я смогу. Да. У меня не очень много времени, телефон был в ремонте, мне его до конца не доделали. Ну, как бы, шлейф, мне его починили, а сам экран еще нет. Мы еще не сдавали на экран. Поэтому, если будет плохое качество, извиняюсь. Хватит махать, привет! На улице жара. Да, не очень светло, но на улице очень-очень жарко. И я потеряла все свои лайки, точнее, мне сестра их потеряла. Я купила вот такой лак. Какая-то у меня заколочка есть. А еще я оторвала маме жестминочку. И я давно вам не показывала свою собачку. Эфа. Мальчик мой. Это порода чихуахуа. Но нам кажется, что это той терьер. Нас, походу, обманули, когда мы его покупали. Моя ляпочка, погоди, снимай дождь. Если знаете по мордашкам там еще, напишите, кто это, чихуахуа или той терьер. Вот. Играем с ложечками. Хватит махать. Кусь. Похоже, я угадала с проблемой. А профессор? А я не решил. А вот моя коллекция вторых бонстиков. Чоха. Лыба. Или как она там? Чоха. Да, у меня две повторяшки. Чоха. Синяк. И гуглик. У меня был еще Дастри и Моня, но, к сожалению, пропали. Мне сестра их куда-то снесла. Вот жасминчик. Вкусно пахнет. Сейчас я вам покажу мои поделки из пластилина. Ананасик, но я его до конца не доделала как надо. Бургер. Там огуречки, колбаска. Пицца, но желтенькая, потому что она еще была не испечена. Упс. Пончик. И орео с клубничкой. Почему с клубничкой? Потому что... Или это с малиной? Короче, мне давали пробовать. Вот так. И на этом мой влог заканчивается. Всем пока-пока!